Всем здравствуйте! С вами «Последние новости». В этом выпуске мы расскажем о биатлонисте Евгении Гаранчеве. Стало известно, что российский биатлонист Евгений Гаранчев не будет принимать участие на чемпионате Европы по биатлону, который пройдет в Раубичах с 20 по 24 февраля. Об этом информирует Союз биатлонистов России. Ранее стало известно, что Евгений простудился во время выступления на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, который завершился в воскресенье. В составе национальной сборной его заменит Семен Сучилов. Врачи рекомендовали Евгению Гаранчеву пропустить чемпионат Европы, его заменит Семен Сучилов, приводят средства массовой информации слова представителя Союза биатлонистов России. Напомним, что биатлонист опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. А мы желаем Евгению Гаранчеву здоровья, и пусть он быстрее возвращается в биатлон. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!